Слава Господу, драгоценные! Рады быть очень у вас. Добрый день всем, кто утром не приходит, любит поспать, приходит днем. Поэтому довольны. Правда же? Слава Господу! Рад быть у вас. Спасибо большое, пастор Сергей, за то, что пригласили. И на самом деле, наша история взаимоотношений уже имеет почти три десятка лет, и это немалый срок. И для меня большая радость быть у вас в церкви, на самом деле. Очень сильное. Спасибо большое, прославление. Вот, ну, я не так часто встречаю такой сильный
движение Духа Святого. Очень рад семью Поветкиных увидеть. Слава Господу, огромное благословение. Как говорил Иисус, я лоза, а вы Поветкины. Вот. Рад видеть. Здорово, когда... Знаете, когда с людьми пересекаешься в служении 5, 10, 15, 20 лет, это очень дорогого стоит. Очень дорогого стоит. Вот. И мы рады. Я хотел бы сегодня поделиться с вами тем, о чем я размышляю, и то, что я лично переживаю в последнее время. Я абсолютно убежден, что это является одной из важнейшей вещью послания нашего Господа Иисуса Христа. И давайте откроем вместе с вами Евангелие от Марка, 7 главу, и прочитаем одну историю из жизни нашего Спасителя. 7 глава. Я буду читать выборочно с 1 стиха. «Собрались к Нему, к Иисусу, фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». И вот 5 стих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Сразу хочу заметить, что Иисус на самом деле ничего не имел против гигиены и вообще перед едой хорошо мыть руки. Но в то время, в том обществе это имело несколько духовное значение. И вот именно о духовном значении мытья рук здесь Иисус и рассуждает. И вот смотрите, 14 стих. «И призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». 17 стих. «И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Вот вы знаете, вроде бы такие очевидные и ясные слова нашего Господа Иисуса Христа. Но у нас, я не знаю где, где-то в нашей плоти, в нашем подсознании, настолько сидит вот понимание того, что главный источник моих проблем находится вне меня. Это, может быть, какие-то шумные соседи, или коварные родственники, или финансовые проблемы, или там злобный начальник, какие-то завистливые коллеги на работе, семья моя тоже меня не всегда понимает. И вот, вот эта проблема, и вот отсюда в мою жизнь-то вся тьма и приходит, вот оттуда и приходит моя тьма. И если я получу как бы идеальное окружение, в моей жизни будет все хорошо, вот тогда и у меня внутри будет мир, покой и гармония. И поэтому, когда мы молимся, мы чаще всего вот промаливаем кругами проблемы вокруг нас, начиная там с семьи, города, страны, всего мира. Мы промаливаем, чтобы все вокруг нас было лучше и лучше, и лучше, и лучше, и лучше. И нам кажется, что и наша жизнь тоже станет лучше. Очень напоминает пример из старого советского мультика про почтальона Печкина, который говорит, я говорю, почему злой-то был? А потому что у меня что? Велосипеда не было. Вот потому я и злой был. А теперь у меня есть велосипед, теперь я счастливый, добрый, лечу. Вот. И мы думаем: Господи, когда же у нас появится велосипед,
который бы унес нас в страну гармонии, любви и счастья, и где было бы все хорошо, и птицы пели, и на облаках ангелы сидели, и все было бы так чудесно. А пока мы здесь находимся, то чудесные только мы сами, а все остальное вокруг как-то либо очень не такое, либо совсем не такое. Вот. И надо все промаливать, все надо как-то менять это вот эти все болезни, материальные трудности, сложности. Все это входит в мою жизнь и оскверняет человека. Вот это меня оскверняет. Почему я такой грустный? Жизнь такая. Почему у меня счастья нет? Ну так в наше-то пандемийное время о каком счастье речь, да? Все время нам что-то мешает извне. И мы приходим в церковь, и мы думаем, ну теперь, Господи, силой Духа Святого мы как соберемся все вместе и как дадим отпор вокруг нас всем этим проблемам извне. И вот наступит тогда рай. На что Иисус нам говорит? А что вы думаете? Ваши главные проблемы извне, что ли? Вы серьезно так думаете, да? Вы думаете, что не будет обидчиков, и вы будете таким счастливым и мирным человеком? Нет. Ваши главные проблемы – то, что идет изнутри вас. Вот почему бывает даже такая ситуация, когда кто-то кого-то обижает, ну или кажется нам, что нас обижают, и обидчик живет нормально, счастливо и припеваючи. А у нас какие-то проблемы начинаются, у нас сложности. По идее, все должно быть наоборот. У обидчика должны быть сложности, а сложности почему-то у нас. И мы почему-то недоумеваем. Хотя Иисус давным-давно сказал, ваши проблемы, то, что вас оскверняет, то, что приносит тьму в вашу жизнь, оно изнутри вас идет. Это любодеяние, грех, коварство, убийство, бесчинство и прочее. Вот откуда идет из вас, изнутри. И поэтому именно этим и нужно заниматься. А мы все равно, как бы, понимаете, мы его не слышим. А мы все поем свою старую песню о том же самом. Вот мы поем, нет, проблемы вокруг нас. Вот мы не можем быть радостными, ну потому что жизнь такая вокруг безрадостная. Священное Писание говорит, нет, радость – это не идеальное окружение вокруг вас, это внутреннее состояние вашего сердца. Почему апостол Павел мог писать о радости, находясь в темнице, да? Он писал о радости и говорит, еще раз вам пишу о радости. Находился сам в темнице. Что за идеальное состояние? Да никакого не было идеального состояния. Внутри него что-то было иное, что давало ему радость даже в такой совершенно безрадостной ситуации. Точно так же касается и любви. Мы думаем, если вокруг нас будут такие прекрасные, милые, чудесные люди, вот тогда уж и мы тоже самое будем любить тогда всех, да? А как тогда любить врагов? То есть мы понимаем, что и любовь – это не какое-то идеальное окружение, это наше внутреннее состояние, когда мы можем из этого состояния любви благословлять даже тех, кто проклинает нас. Это касается покаяния нашего. Мы про покаяние точно так же думаем. Вот покаяние, да, вот что значит покаялся, попросил прощения, извинился. Значит, кто-то на тебя обижается, злится, ты ему говоришь, да ладно, прости меня, ну не злись больше, ну хватит, ну не надо злиться, ну что, давай помиримся, хватит тебе злиться. Вот, и он как бы меняет свое отношение к нам, и у нас мир. И мы с таким чувством приходим к Богу, как будто вот Бог, он такой злой, и он что-то там злится на нас. И мы говорим, Господь, ну хватит уже, ну хватит дуться там. Ну, я в церковь пришел, все нормально, видишь, тут стою, тут служители, пастор, вот я тут тоже стою. Поэтому давай забудем, простим, ты не злишься, мы договорились, все хорошо, я пошел, да? Нет, покаяние – это не смилостивить какого-то злобного небесного создания, злобное небесное создание, которое что-то злится на нас. Нет. Покаяние – это греческое слово метаноя, что означает изменение мышления, внутреннее преобразование нашей жизни. То есть, видите, опять изменение, опять преобразование. То есть, все идет изнутри. Хочешь свет? Изнутри будет свет, если ты настроишься на свет. Тьма? Будет тьма. И поэтому драгоценное можно светить даже в неидеальном мире, даже в неидеальной ситуации, потому что внутри тебя есть источник этого света. Точно так же в отношении поста. У нас почему-то есть такое впечатление, что вот мы молимся, ответа как-то нет, ну надо усилить молитву. А усиленная молитва – это и есть как бы пост. И сегодня много примеров в жизни, в политической жизни, разные голодовки, когда у людей есть требования, их не слушают, тогда они говорят, все, мы голодаем, чтобы вы знали, что нам плохо, что мы умираем.
Если вы ничего не сделаете, никак не поменяетесь, то мы можем умереть. И как бы вот голодовка – это как бы крайняя мера достижения своих определенных требований. И мы почему-то наш пост христианский точно так же приравняли к голодовке. Мы молились, как-то ответа нет, небеса не торопятся к нам с ответом, мы тогда будем поститься, как бы Господь, видишь, мы голодаем уже несколько дней, мы ничего не кушали. Если у тебя совесть есть, отвечай, иначе мы умереть, а среди нас есть люди, им вообще тяжело, они без трепета мимо холодильника не проходят во время поста, да? Подумай о них, Господи, смилуйся над нами, сжалься, Господи, над нами, мы постимся. Хотя в отношении поста еще пророк Исаия за много-много веков до прихода Христа показал, что суть поста – это не изменение ситуации вокруг нас, там, что все поменялось там вокруг нас, все улучшилось вокруг нас. Это совсем другое. И вот смотрите, Исаия 58 глава, пророк говорит, у меня даже такое ощущение, что он словно обращается к современному христианству. Хотя, по сути, все Писание Боговдухновенное – это в чем-то послание и для современной церкви тоже. И вот смотрите, 58 глава, 2 стих. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, и не оставляют законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь. Знаете, такое чувство, современная церковь, мы молимся, мы молитвенные собрания проводим, у нас молитвенные цепочки, которые особенно оживают там перед каким-нибудь очередным Хэллоуином, и вот мы там все промаливаемся. Господи, такое чувство, что кроме нас это никому и не надо, мы постимся, а тебе еще там дела нету, где этот огонь, которого мы так ждем, где это вот пробуждение, почему ты не видишь, мы тут смиряемся, а ты не знаешь. И Бог отвечает, вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Понимаете, у нас голова забита нашими планами, по которым и мы почему-то убеждены, что вот если будет так, как мы вот там себе в голове понапридумывали, то это будет самый лучший вариант для развития истории человечества. Вот нам так почему-то кажется вот всем, да? А это не происходит. И мы в недоумении, а Бог и говорит, да потому что ваши головы забиты волей вашей. И четвертый стих. Вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкую рукой бить других, чтобы по-вашему все было. А как иначе? Только так. И вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, говорит Бог, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и из скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник воды которого никогда не иссякают. Знаете, вот почему мы решили, что вера – это прежде всего преображение мира вокруг нас? С чего мы так взяли? Все Евангелие нам показывает, что Царство Божье внутри вас есть. Вот это главное преобразование, на которое нацелена работа Божья. Это наше внутреннее изменение. И во время поста точно так же мы должны прежде всего думать о своем изменении. Что в моей жизни не так? Когда мы берем пост, не потому что нас там что-то не устраивает. Боже, почему я нахожусь в таком состоянии, что меня ничего в этом мире не устраивает?
как я докатился до того, что меня ничего не радует. Но это же глупо думать, потому что тут все дурные вокруг меня собрались. Вокруг нас это просто зеркала. Нас самих, чтобы мы в окружающих нас людях разглядели себя самого. И если Бог посылает вокруг тебя самых противных, то ты можешь сделать выводы. Вот, почему такое происходит в твоей жизни? Бог нацелен, чтобы тебя изменить. Вот, ты сам развяжи узы ярма, измученных отпусти на свободу, внутри сам прости. Боже, да меня обижают. Ну и что? Обида – это просто твоя неправильная реакция. Точно так же во время молитвы. Я все время открыл, когда я молюсь за кого-то, меня просят молиться за кого-то. Я же не просто там куда-то во Вселенную посылаю сигналы. Там Ивану Петровичу плохо, Господи. Там, а то он не знает. А то Бог не в курсе, если ты ему не расскажешь о всех проблемах Вселенной, о всех проблемах своего города, о всех проблемах своей семьи. То Бог не знает, не в курсе. А ты ему рассказал, и второй раз повторил, и третий раз ему пропел. Какой ты молодец, молитвенник, да? Все неправы. Один только ты прав. Так вот, я когда молюсь за кого-то, я думаю, Боже, вот я молюсь за этого человека. У него там, может быть, проблема, или финансовая проблема, или сложность там у него со здоровьем. А я лично, как ему в данной ситуации могу помочь? Вот почему я в последнее время... Не так часто молюсь там за каких-то людях в Австралии или в других местах галактики, где я никогда не был. Вот. Я молюсь за людей, которые вокруг меня, где я сам могу непосредственно принять участие в их жизни, в их судьбе. Я спрашиваю Бог, а что я могу сделать для них? И понимаете, сразу ситуация меняется, когда ты поймешь, что в тебе это главная проблема, не в ком ином, а в тебе. Тогда возникают вопросы. А зачем тогда нам эти проблемы нужны? Зачем? Почему их Бог до нас допускает? А просто потому, что христианство – это путь. Это не просто путь, а это путь развития. А развитие невозможно, если не бывает тяжести и трудностей. Это касается как физического развития, так и внутреннего развития. Если ты, например, решил там, к лету похудеть, там как-то форму как-то набрать, чтобы на пляж там выйти, уральский, вот, поразить всем красотой фигуры и накаченностью мускулов, да, то ты не будешь же решать так, вот, решил что-то я к лету в форму прийти, буду я на пару часов каждый день спать подольше, а вось к лету и как-то сформируются кубики, вот, и ты же понимаешь, что спать подольше, оно в чем-то и приятнее, да, но толку для физического развития нет никакого, потому что, чтобы было развитие, нужно твоему телу, вот как ни странно, сделать что-то неприятное. Неприятное нужно что-то сделать, да? Нужно как-то заниматься. А чтобы заниматься, нужно не на 2 часа позже, а на 2 часа раньше встать. А когда мы там ставим будильник на 2 часа раньше, и он звенит, и у нас в голове тут же миллион аргументов, почему именно сегодня можно отдохнуть. Вот завтра все начнется. А сегодня и день тяжелый, и у меня там встречи непростые. Да и вообще как-то надо вот отоспаться получше. Мы выключаем будильник и ложим. Разве не так происходит, да? А потом говорим, как-то вот я не могу, вот человек на меня что-то сказал, а я ему ответил, не смог сдержаться. Поймите, когда мы не тренируем свой характер, даже вот встать рано утром мы не можем, то мы и в отношениях точно так же обидчивы. Мы не можем себя сдержать. Не хватает у нас вот этого внутренней силы, внутреннего характера. Мы не можем не обижаться. Мы не можем на ругательство промолчать. Из нас прямо лезет ответить ему. Вот так, чтобы он запомнил, с кем он связался. Вот такие вещи происходят в нашей жизни. И вот Иисус и показывает, что да, нужны трудности, тяжести. Хочешь накачаться? Занимайся. Тяжестями. Конечно, не должны быть большие тяжести, чтобы ты такую штангу взял, чтобы она тебя раздавила, и ты умер. Но на это Бог нам отвечает, что я не допускаю испытания сверх сил. Слава Богу. Любую штангу, которую ты получаешь в своей жизни, у тебя есть силы ее выжать, даже когда тебе не верится. Вот. Бог не допустит, чтобы тебя маленького раздавило. Вот. Нет. Он дает тебе по силам любое испытание, любое искушение. И в духовной жизни точно так же. Понимаете? Это все нас развивает. Все трудности. Мы вообще с Дианой заметили, что, вот, понимаете, сложности, трудности, они словно объем твоей жизни придают. Когда мы в 90-е годы начинали наше служение, мы были молодыми пасторами, мы были такими плоскими. Вы знаете, за эти годы столько всего было.
и в том числе потрясений, в том числе неприятных потрясений, и сложностей, и трудностей, и бед было немало. Но все эти беды, вот когда мы смотрим, они словно внутри нас какой-то объем создали. Мы стали не плоскими, мы словно... Это нас развило, это сделало нас мудрее, это сделало нас глубже. И это невозможно сделать через счастье. В счастье человек очень беспечный, в счастье человек становится заносчивый. Когда у него успех, у него все хорошо, он думает, что же вы-то такие неуспешные? Смотрите, вот как надо, да? Не старайтесь, что-то вы, ребята, да? И как бы счастье, оно придает часто такую заносчивость, надменность. Но когда у тебя что-то в жизни стряслось, такой смиренный в церковь приходишь сразу, да? Помолитесь за меня, да? Не хватает мне самому веры. То есть сразу у тебя что-то меняется в жизни. Через трудности, через сложности. Когда вот сегодня пандемия, некоторые думают, ну что ж такое, мы прогоняем во имя Иисуса эту пандемию. Не уходит она, новая волна какая-то приходит, да? Хоть греческий язык изучаем параллельно с этой пандемией, какие только там есть в алфавите у них буквы. Вот, и приходит волна за волной. У меня возникает вопрос, вы что, правда думаете, что вот как-то Бог отвернулся как-то, а там дьявол раз-раз нашурудил, Бог поворачивается, о, пандемия, о, что такое, как такое случилось, ну сейчас мои ребята там помолятся, они там сейчас ее провыгоняют, да, и все, она уйдет. Не работает так. Я не знаю, как вы. Я абсолютно убежден, что весь мир находится в руках Божьих. Бог держит, и Он управляет всей вселенной. Без Его воли ничего не происходит. Он такой мудрый. Вы представляете, что даже дьявол, когда он пытается что-то напакостить, в конце концов, все его пакости содействуют ко благу. Апостол Павел, помните, он говорил, что дано мне жало плоть. Ангел сатаны удручать меня. Был у него ангел сатаны, и Павел, конечно, как все, ну, проблема-то пришла ко мне извне, прям в пятку меня жали. Трижды молил я Господа. Не убрал Господь пандемию, не убрал Господь этого ангела сатаны. Почему? А Павел и поясняет, да? Да потому, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Я не знаю, осознавал этот ангел или не осознавал, но в конце концов, даже те пакости, которые он совершал в адрес Павла, Бог так оборачивал, что даже это служило на благо апостола Павла. Не случайно, чуть ли не большая часть Нового Завета нам дана через кого? Через апостола Павла. Неизвестно, без ангела сатаны такое возможно было бы или нет? Потому что на самом деле Бог нуждался в реально смиренном человеке, чтобы донести глубокие истины до нас, до наших душ, до наших сердец, понимаете? Это удивительно, но если мы верим во всемогущество Бога, если мы верим, что Он реально царь всех царей и Господь всех господствующих, вся вселенная в Его руках, то Он всем управляет, в том числе даже этой пандемией. Хотя нам кажется, да что в этом хорошего-то такое, что же в этом хорошего? Я не знаю, как вы, я лично вот во время пандемии столько откровений получил и про себя, и про человечество все. Я увидел, что люди, мы настолько реально агрессивные, благодаря пандемии я увидел, насколько мы нетерпимы друг к другу, насколько мы озлоблены. Я не то, что этого не знал, но как-то для меня это проявилось как никогда ранее. Настолько мы невежественны, настолько мы самолюбивы, настолько у нас самомнение высокое, настолько мы глупы. Все это показано через это. Даже в этом, понимаете, все к нашему благу направляется. Я понимаю, конечно, некоторые говорят, пастор, ну ведь в пандемию сколько людей умерло, и в том числе от этого ужасного заболевания. Я понимаю, конечно, это трагедия, когда уходят знакомые, близкие, друзья. Но в то же самое время мы же понимаем, мы верим в Бога, который не просто Бог этого мира, но который Бог всей вечности. Или мы в это не верим? Мы верим, что после смерти мы увидим лицом к лицу того, в кого мы уверовали. Почему же мы так боимся туда? Всеми силами упираемся. Держите меня все, держите меня врачи. Там меня кто-то ждет, кто меня сильно любит. Но не сейчас. Это часто говорит о том, что наша вера очень теоретическая. Мы не ощущаем его реальность, когда он над всем, над жизнью и смертью. В Его руках вечность, как написано, от века и до века. Он Бог.
Он всемогущий Господь. Он всемогущий Творец. И часто мы думаем, что вот цель – это избавиться от всех проблем. А для этого надо стать человеком по образу Христа, истинным христианином, и тогда мы придем к избавлению от проблем. Хотя на самом деле все ведь наоборот. Цель – это уподобиться Христу, преобразиться в Его славный образ. И на этом пути проблемы как раз являются инструментом для достижения этого образа. И ничто, как, ничто иное, как боль, как горе, как страдания могут стать тем инструментом, который входит глубже всего в нас и достает самое там тайное, самое сокровенное, о чем мы даже порой сами в себе не подозреваем, выносит это, достает это из нас, выносит это на свет. И мы видим, вау, я-то думал, я такой святой-пресвятой, прям святой нашей церкви. А оказалось, во мне столько всего ужасного, столько всего негативного. И тогда, знаешь, до тебя доходят эти глубокие слова апостола Павла, что любящим Бога все, не только хорошее, все, в том числе и пандемия, содействует ко благу. Скажешь, как такое может быть? Ну вот на то он и Бог. На то он и Бог. Твоя же задача ощущать время и понимать, что все это не случайно. И Бог что-то делает. И более того, вы знаете, когда мы говорим о том, что Бог хочет там изменять нас, да, это очень важно. И более того, когда мы избавляемся от проблем, но наше сердце не меняется, наш характер не меняется, мы не преобразуемся, то избавление от проблем ничего хорошего нам не несет. Даже есть у Христа знаменитая притча, смотрите, это Евангелие от Матфея, 12 глава. 43 стих. Когда нечистый дух выходит из человека, он бродит по безводным местам, ища себе пристанище, но не находит. Тогда он говорит: «Вернусь-ка я в свой прежний дом». И, возвратившись, находит его незанятым, подметенным и прибранным. И тогда отправляется он, берет с собой 7 других бесов, еще худших, чем он. И они, войдя, там поселяются. И в конце концов человеку, я читаю по современному переводу, в конце концов человеку тому становится еще хуже, чем было в начале. Так будет и с людьми этого негодного поколения. Видите, Иисус показал, что просто решение проблем в нашей жизни без внутреннего преобразования опасно. Даже когда ты получил избавление, тьма уходит из своей жизни, но внутренне твой характер не перестроился. Свет не занял твое сердце, новые вещи, характер Христов не наполнили твой дом, а ты остался просто пустым, просто проблемы ушли, то проблемы не просто вернутся, а в 7 раз хуже вернутся. И для таких будет, как Иисус сказал, последнее хуже первого. Это настолько отрезвляющая история, когда мы приходим к Богу. Мы не просто должны стремиться от проблем своих избавиться, а перестроить свою жизнь. Я, к сожалению, немало видел людей, верующих людей, которые получили избавление от проблем, но характер у них остался старым. Они в церкви научились там каким-то библейским взглядом, там, учением, стихи выучили наизусть. Но характер старый, и получается ужасно. Люди говорят вроде бы правильные слова, но все это оставляет очень странное впечатление почему-то. Это вот, например, когда вот, предположим, человек, когда он был алкоголиком, приходилось там что-то подворовывать, приходилось хитрить. И вот он пришел в церковь, получил освобождение от алкоголизма, перестал пить, но характер не изменился, и эта хитрость остается, только она уже в отношениях между верующими проявляется. Переживали такие вещи, да? Вроде бы человек уже не пьет, но столько там вот внутри осталось старого. Или человек там был каким-то хитрым манипулятором, манипулировал, пришел в церковь, покаялся, и тут он как бы в христианском стиле начинает продолжать все делать. Он, может быть, там не является каким-то финансовым мошенником, но тут он говорит: написано в Библии, просящему дай, и вот он я, просящий.
Вот она, та добрая почва из знаменитой притчи Христа. Кто готов посеять? Вот эта вот манипуляция под христианскими лозунгами сегодня, она настолько распространилась. Это старый дух просто с новой терминологией, правда же? Все это старое, просто в каком-то новом обличии. Нам нужно не просто получить освобождение каких-то старых грехов, нам нужно характер изменить, свое сердце поменять, свою внутренность изменить. Иначе получится, как в притче Иисуса, когда царь простил своего должника на огромную сумму, он простил, там таланты простил драгоценные, а этот должник ему самому были должны. И он пошел к своим должникам, а там были маленькую сумму ему должны, и стал требовать с них. Царь узнал об этом, позвал своего должника и говорит: слушай, я тебе простил огромную сумму. Не надлежало тебе научиться у меня и простить вот эту малость своему должнику. То есть, понимаете, мы должны не просто получить прощение грехов, но научиться характеру нашего небесного Отца. Вот что такое христианство. А когда мы получаем прощение, долг прощен, но мы начинаем вести себя с нашими должниками уже не по-духовному, а по-мирски, то государь говорит: слушай, ты должен был сам, я тебя простил, ты должен был этому научиться и других прощать, но я тебя простил, а ты не простил, поэтому посадите его в темницу, пока все не отдаст. То есть, видите, это ужасно, получить прощение долга, получить прощение грехов, но так ничему не научиться и не вести себя так, как тот царь, которого ты любишь и которому ты служишь. Мы не так давно, мы по утрам со служителями, когда собираемся, мы читаем какие-то книги из Библии, и вот мы не так давно читали, мы причем стараемся читать в разных переводах, чтобы как-то освежать свой взгляд на Писание, потому что иногда, когда из года в год читаешь синодальный перевод, уже немножко глаз так замыливается, и мы, чтобы как бы освежить свое восприятие, читаем в разных переводах. И вот мы недавно читали 102-й Псалом, давайте откроем 102-й Псалом, 4 стих. Я прочитаю в переводе Танаха, это еврейский перевод. И вот здесь говорится, что Бог избавляет от могилы жизнь твою, увенчает тебя милостью и, у нас написано, щедротами, а в Танахе написано, в переводе Танаха, милостью и милосердием. Мы когда-то прочитали, нас так удивило, да, потому что вроде бы милость и милосердие – это что? Ну, как бы какие-то синонимы нам показалось, да? Это что пастор скажет: сегодня у нас будут проповедовать Виктор и Судаков, да? Ну, странно, да? Вы все ожидаете, что выйдут два человека, а вышел один, да? Поэтому, когда Бог же не то, что говорит там Виктор и Судаков, там, милость и милосердие, как бы одно и то же разными словами, ну, просто Библия тонкая книжка, да? У Бога не может быть несолидной, тоненькой книжки. Напишу там побольше таких слов, милость, все, что в голову спрят, чтобы солидно выглядело. Вот. Конечно, Бог так не делает. И вот мы разбирались, в чем разница, потому что на самом деле в Библии есть разница милости и милосердия. Например, по милости Господа, вот плач Иеремии, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Помните, оно ново каждое утро. Тоже милость и милосердие. И потом мы стали смотреть, так разница между, вроде бы слова близкие, но все-таки это не то же самое. Милость – это некое проявление доброты, да? И причем милость может оказать, в принципе, в своей жизни любой человек, даже самый злой-призлой. Ну, не бывает такой, знаешь, злой-призлой, как всем только плохого, чтобы такого сделать плохого. Нет, даже самый плохой человек что-то кому-то в жизни доброе делал, да? Бывает под эмоциями, под какими-то впечатлениями, там, бывает вот, побываешь на собрании, так Бог тебя наполнит, там, или какой-нибудь фильм проникновенный посмотришь, и такие чувства у тебя в душе, и хочется что-то такое хорошее сделать, да, и мы под эмоциями можем проявить кому-то милость. Это не значит, что мы такие чудесные,
просто мы под эмоциями. Потом эмоции ушли, мы, может быть, еще 100 раз пожалеем. Да? Ну, что-то многовато я тут милости оказал. Не забирать же, да? Вот, поэтому, ну, что сделано, то сделано. Поэтому, драгоценный, вот это... А милосердие – это милостивое сердце, это часть нашего характера, это наше внутреннее состояние. Так вот, Бог хочет, чтобы мы не просто иногда по чувствам оказывали милость, а чтобы мы были милосердны. Как написано в Евангелии, будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. То есть, видишь, Бог стремится внутренность нашу переустроить, характер наш преобразовать. И это очень неприятно и не хочется, потому что приятно стрелять вокруг, враги все вокруг нас. Это приятно. Кто виноват? Ева виновата. Змеюка подколодная виновата. Соседи шумные виноваты. Родственники завистливые виноваты. Сослуживцы, Бог их благословит, виноваты. Начальник виноват. Всегда у нас кто-то виноват. А когда ты понимаешь, что это ты, вот это не хочется. Себя менять не хочется. Давай-ка лучше еще раз помолимся. Мир, чтобы изменился. Со мной все в порядке. А Иисус говорит, нет. Вот то, на что ты реально можешь повлиять. Потому что хорошо, знаете, заниматься тем, на что мы повлиять не можем. А вот на то, что мы можем повлиять, нам, конечно, это не хочется. Мы упрямимся, упорствуем. Но это самое важное, когда мы можем поменять, и это мы сами. Вот себя мы можем, и более того, себя мы должны менять. Это и есть наша христианская жизнь. Это и есть наш христианский путь. И мы в последнее время с супругой много говорим о том, вообще, какие есть инструменты. Потому что, вы знаете, в церкви, ну, хорошо, говорит, там, нужно менять себя. Ну, классное слово, пастор. И потом ты идешь домой и думаешь, ну, хорошо, надо. Вот надо быть хорошим, не надо быть плохим, да. Ну, а что делать-то, если я злого не хочу, делаю, а доброе хочу, не делаю, да, вот. Нужны же какие-то инструменты. И мы часто говорим, как надо делать, мы немного даем инструментов, очень важные инструменты. И мы с Дианой рассуждаем вообще об инструментах, которые у нас есть в жизни. И один из инструментов, который вот мы увидели, он работает в нашей жизни, работает в нашей семье. Это, как говорили древние, memento mori, помни о смерти. Когда ты задумываешься о конечности своего земного существования, это, знаете, это невольно тебя останавливает от некоторых действий и подталкивает, наоборот, делать другие дела. Когда ты понимаешь, что ты конечен, что ты ничего не заберешь, как бы ты там ни улучшал свою жизнь, свой дом, свою квартиру, свое тело, все равно однажды это очень неприятно будет выглядеть, когда будет гнить. Это правда. И ты ничего не заберешь с собой туда. И когда для тебя это не просто теория, а реальность, потому что, вы знаете, я говорю, мы многое не знаем, но одно мы знаем точно, мы умрем. Мы умрем. И ты осознаешь это, и ты начинаешь иначе смотреть на жизнь. Иначе смотреть на жизнь. Когда, думаю, апостол Павел переживал эти вещи, он и писал, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Как будто ты умер, и ты понимаешь, что ценность твоей жизни – это проявление Христа через тебя. И нет ничего более великого. И ты автоматически не будешь наполнять там свой дом этими ненужными вещами. Ты будешь больше задумываться о тех, у кого нет необходимого. Почему? Твоя жизнь конечна. И не просто ты думаешь, что твоя жизнь конечна, но ты смотришь на своего ближнего и понимаешь, и его жизнь тоже конечна. И это тоже меняет твое отношение к ближнему. Вот когда вот узнают, что вот там кто-то из знакомых болен неизлечимой болезнью. Заметьте, как к нему все меняют отношения. Ой, не надо его обижать, недолго ему осталось. Не надо его терроризировать, он уже одной ногой там. И мы меняем к нему отношение. Так вот, драгоценное по существу, особенно учитывая, что у Бога 1000 лет, как один день, каждому из нас осталось меньше дня. И когда ты начнешь это осознавать, ты думаешь, да чего я на него обижаюсь?
Мы ведь не знаем. Он может уйти в любой момент. Сколько в последнее время у меня знакомых ушло, я вообще не мог представить, ушли в вечность. Им бы казалось жить да жить. Когда ты начинаешь это осознавать, ты и к ним становишься более добрым, и к ним становишься более милостивым, и к ним становишься более терпеливым, более любящим. Посмотри на своего ближнего. Как ты можешь на него обижаться, недолго ему осталось? Меньше дня. Я не думаю, что кто-то из вас больше 1000 лет проживет. Вот когда ты это осознаешь, что это меняет твое отношение. И мы ходим, и мы понимаем, что ценности имеют вещи невидимые. Но из-за того, что они невидимы, не значит, что они нереальные. Они очень реальные. Любовь, доброта, радость, благословение, прощение, поддержка, помощь. Невидимые, казалось бы, вещи, но они-то все краски нашей жизни и придают, понимаете? Вот именно эти вещи, они украшают нашу жизнь. А без них, сколько я был в шикарных местах, где было так холодно, потому что кроме внешнего шика там не было ничего. И одновременно есть места более чем скромными, но откуда не хочется уходить? Почему? Потому что что-то есть, когда сердце с сердцем синхронно, когда вы чувствуете, что вы словно пульсируете в одном ритме. Это настолько благословляет. И ничего тебе не надо, ни золота, ни серебра тебе не надо. Ни какой-то небесный асфальт тебе не нужен. Потому что у тебя есть вот эта внутренняя связь, внутреннее понимание. А ведь то, в чем нуждается каждый из нас, это же понимание. Мы же хотим вот этого понимания, чтобы нас поняли, нас почувствовали. Мы к этому стремимся. А для этого деньги не нужны. Не нужны деньги. Также, вы знаете, у меня в жизни вот есть такие моменты. Я тоже абсолютно убежден, что я не одинок, и многие из вас понимают, о чем я говорю, да? У меня есть момент, у меня не так давно был момент, когда я во время молитвы вот пережил такое состояние, я сразу к Диане пришел, говорю: Диана, говорю, ты знаешь, у меня было состояние в молитве, как будто вот меня оставили все страсти, какие-то обиды, какие-то мысли, какие-то негативные, как будто раз, и Бог их убрал. Я стал думать о своей жизни в последнее время, о людях, и те, которые мне какие-то вещи делали, на которые я обижался, или их не понимал, или негодовал, я вдруг понял, да ничего страшного, ничего никто не делает. И у меня кроме любви к этим людям ничего нет. И вы знаете, в этом состоянии я находился, я просто сидел, у меня текли слезы, я переживал вот это. А потом прошло какое-то время, несколько дней, и опять я стал думать, так, а что-то тот там опять не то делает. А этот ведет так, что не обидеться на него просто нельзя. И возникает вопрос, а где же я настоящий? Вот тот, который там был на молитвенной горе, весь в благости. Или вот этот, который понимает, что не обижаться здесь, это нельзя, я его развратит, если я ему так спущу с рук-то. И когда я об этом думал, мне история вспомнилась из Ветхого Завета. Давайте откроем ее. Последнее место Писания, которое я сегодня прочитаю. Здесь говорится о первом царе Израиля, Сауле, которому Самуил говорит, 5 стих, 1 Царств, 10 глава, 5 стих. «После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтырь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». 10 стих. «Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это сталось с сыном Кисовым. Неужели и Саул во пророках? И отвечал один из
бывших там и сказал: «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» Вы знаете, вот эта история, когда Саул, человек по натуре очень амбициозный, ну, он вообще был очень статным, написано, чуть ли не на голову выше всех в Израиле, очень был видный, статный, горделивый, амбициозный человек. Этот человек вошел в Божье присутствие и, написано, стал иным человеком. Так что все говорили: «О, он там пророчествует». Кто пророчествует? Саул. Саул во пророках. Это означало, что если Саул может пророчествовать, то пророчествовать может каждый. Что более неподходящего человека, чем Саул, не найти. Но он пророчествует. Как такое может быть? Однако потом Саул вышел из этого сонма духовного. И что? Старый характер остался с ним. Он стал таким же обидчивым, мстительным, ревностным, завистливым. Когда там Давид появился, то в этого ненавистного конкурента он порой метал копьями, стремясь его уничтожить. Подумаешь: подождите, подождите. Почему он стал другим, а потом вернулся? Да потому что вот Бог не показал такую вещь. Вы знаете, вот когда мы находимся в Божьем присутствии, бывает, приходит такое состояние, вот, которое я, кроме как иной человек, не могу назвать. Я ощущаю себя действительно иным человеком. А потом проходит время, и я в обычной бытовой жизни снова ощущаю старые страсти внутри себя. И Бог словно говорит: «Я тебе показал тот образ, к которому ты должен стремиться. Теперь иди и в своей обычной жизни, шаг за шагом, это не просто, через боль, через обиды, через ошибки, через проблемы, через сложности, достигай этого состояния, чтобы ты не только на молитвенной своей горе, но в обычной жизни мог переживать такое». Это все равно, что вот у нас в детстве, когда, я не знаю, как сейчас, может быть, так же, учебники математики, алгебра там, например, в конце у нас всегда были ответы. Помните, да, были ответы? Вот я, как обычно, ну, там, я не знаю, что думали составители. Наверное, что ученик решает, получил ответ и сравнивает с последней страницей. Я, прежде чем решать задачу, всегда сначала открывал последнюю страницу, смотрел правильный ответ, потом уже только открывал задачу и понимал: вот у меня должно получиться вот эта цифра. Ну и приступал к решению. Так вот, драгоценные бывают моменты, когда Бог словно показывает нам в нашей жизни ответ, то, какими Он хочет видеть нас. И это не потому, что ты сейчас такой, просто как бы некая благодать, которой в своей повседневной жизни ты должен стремиться. Трудно, тяжело, непросто, но вот шаг за шагом ты призван идти вот к этому ответу, чтобы стать человеком, у которого изнутри исходят не злые помыслы, коварство, злоба, завистливое око и прочее, а любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, верность, сострадание и прочее. Вот таким человеком Бог хочет тебя видеть. Иной проблемы у нас с вами не существует. Все находится в нас. И наши проблемы, и Царство Божие одновременно. И вот что внутри тебя победит? Божье Царство или твоя старая плоть? Вот вся христианская жизнь и есть решение этой задачи. Что победит в нашей жизни? Поэтому избавьтесь от иллюзий, что главное зло находится вокруг вас, и все, что вам мешает жить, это находится вокруг вас. Это просто иллюзия. Вот. Внутри вас. Это то, что мешает вам жить. То, к чему вы призваны, чтобы работать с этим, преобразоваться в славный образ нашего Господа Иисуса Христа. И все это скажут. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя
за Твою любовь и милость, жизнь и благодать, веру и радость, которыми Ты наполняешь наше сердце. И я молю, мой Бог, благослови каждого из нас, чтобы мы в нашей жизни взращивали этот плод Духа. Благослови, мой Бог, чтобы мы Духом умерщвляли дела плотские. Помоги нам, Господь, чтобы мы шаг за шагом, день за днем преобразовывались в Твой славный образ. Да будет Тебе, Господь, вся слава, вся честь, вся хвала. Отец, Сын и Святой Дух. И каждый верующий да скажет аминь. Дорогие друзья, прихожане церкви, наши подписчики, мы благодарим за ваши щедрые приношения. В Священном Писании сам Господь говорит: «Принесите десятины в дом хранилища и испытайте Меня, не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». Каждый, несомненно, может видеть руку Божью в своей жизни, когда совершаются чудеса, когда открываются двери, когда приходят ответы и разрешаются проблемные ситуации. Мы благодарим нашего Господа за церковь, которую Он создал в городе Екатеринбурге. Благодарим за то, что можем нести Его Слово и любовь для многих и многих людей. Мы призываем вас не ослабевать в приношениях, десятинах и пожертвованиях. Как пишет апостол Павел: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Если вы впервые смотрите нашу трансляцию, то свое пожертвование можете осуществить, перейдя на сайт церкви newlife.ru в раздел «Поддержать». Выбирайте удобный для вас способ перевода денежных средств. Каждое ваше добровольное пожертвование является большим вкладом в дело распространения Слова Божьего в нашем городе, по всей стране и по всему миру. Вместе мы совершаем призвание, которое доверил нам Господь.